Ученик 9 класса Павел Хованский в этом отделе не первый раз. У него здесь работает папа. Но вот на экскурсии с ребятами впервые. Павел мечтает стать полицейским. Уже начал подготовку к экзаменам. Уголовный кодекс меня папа заставляет читать, учить там разные статьи, там 228, 229. Я общество знания учу, потому что мне потребуется его сдавать для того, чтобы поступить в дальнейшее. Вот, общество знания, география, математика, русский, соответственно. Вместе с Павлом еще 10 одноклассников пришли на экскурсию. Полицейские показали, как работает дежурная часть. Школьникам удалось поговорить с участковым и познакомиться с инспектором по делам несовершеннолетних. О том, что школьники его не знают, положительный момент, признали полицейские. Мы сегодня довели до наших учеников основные виды преступлений, с которыми мы сталкиваемся. То есть это не то, что там где-то в книжках написано или по телевизору, в кино, а конкретно те преступления, которые совершают и ученики, не только Лесногородской школы, все подростки на территории обслуживания нашего отдела. Эти встречи не только полезны для полиции, но и полезны для наших детей. Дети должны не бояться полицию. После беседы с полицейскими и поисковиком из отряда «Лизы Алерт» многие из ребят захотели пополнить ряды волонтеров-поисковиков. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».